Всем привет, ребят. Короткое слово хочу сказать, что все знают, что сейчас за ситуация происходит в нашей стране. Я хочу призвать каждого из вас, чтобы в это время мы все усиленно молились за нас, за нашу страну, за наших ребят, за наших людей, за наши власти, потому что как никогда мы нуждаемся в молитве. И только молитва может остановить то, что сейчас происходит. Потому что то, что сейчас происходит, человеческим мозгом невозможно понять, как все это может остановиться. Но если бы мы знали, что происходит, когда мы молимся, мы бы, наверное, не переставали молиться. Поэтому я призываю каждого из вас сейчас усиленно молиться за нашу страну, за всех людей, за всю эту ситуацию. Аллилуйя, Небесный Отец, Господь, спасибо Тебе за это время, Господь, за это благоприятное время, за всех братьев, за организаторов этого турнира. Благослови сегодняшний матч, всех участников этого матча. Пусть сегодня будет спортивный интерес, Господь, убереги нас от всякого рода травм, Господь. Пусть царствует Твой Дух, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Команда по кругу.